Поезд с победителями прибывает на первую платформу. На перроне их встречают те, кто переживал больше всех – родители. Золотые медали на Дельфийских играх куряне получили в номинации «Народный танец». Коллектив VIP-поколения принимает участие в соревнованиях уже не первый раз. Ранее танцоры получили бронзу. В финале мы сделали специальный номер «Градки», где танцуют одни парни. Специально писался под, под этот музыкальный материал. Он очень сложный, времени было мало на подготовку. Но как закончилась пандемия, мы сразу начали работать. Мы очень хотели поехать, потому что это очень неплохая, сильная группа у нас. При подготовке к соревнованиям учли прошлый опыт. Проработали драматургию танца, создали яркие костюмы и подобрали музыку. Мы очень много трудились и очень мечтали об этой победе, потому что очень серьезный уровень – это Олимпиада, Олимпиада искусств. Дети старались, не покладая сил, дней, и мы стремились к тому, чтобы быть лучшими. Триумфаторов Дельфийских игр встречали с плакатами, и в этот раз танцы и песни в их честь. О таком ярком событии ребята будут вспоминать еще долго. Все было очень классно, мы так... Было трудно победить, там были очень сильные коллективы, но мы старались как можно больше выложиться на полную. Для 20-х Дельфийских игр куряне подготовили три номера – «Городки», «Курские просторы» и «Гармошка». Анастасия Шугаева, Алексей Еременко. События дня.